Я сделал все, что мне нужно. Да. Я выкинул их со сцены, да. Я прорекламировал книгу. Евгений Панасенков, он же маэстро, наконец-то объяснил, зачем ходил, на что было дальше. Как оказалось, он просто хотел отщипнуть у ребят часть миллионной аудитории. Там ведь миллионы просмотров. Из миллионов приматов самый маленький процент, сотни людей, тысячи, это очень маленький процент, может быть, даже меньше процента, но те, кто способны еще быть людьми, должны получить этот шанс. Они должны зацепиться взглядом за что-то человеческое. Об адлиатской аудитории маэстро поведал в интервью YouTube-каналу FameTime TV. Особенно он гордится тем, что выкинул ведущих со сцены. Впервые выкинул все это, так сказать, гниль, значит, чтобы оно выпало, ушло. Но это переиграл и уничтожил, конечно. Я дослушаю. Евгений? Также Панасенков заявил, что его долго упрашивали прийти на ЧБД, и он согласился только когда понял, что это поможет продать ему свою книгу. Они несколько недель звонили помощнику, умоляли меня, вот, говорили, что, значит, они приличные. Я, естественно, ну никто в это не верит, что не, и так далее, но есть понятие вот выгоды, как война. Короче говоря, взял новую аудиторию, прорекламировал книгу, продажи выросли еще больше. Кроме того, Панасенков похвастался, что у него выросло число подписчиков на канале, и все благодаря тому, что он не побоялся один выйти на эту битву. Хорошего много не бывает никогда, но я забираю, и смотрите, какой сейчас у меня процент, какая у меня огромная аудитория, потому что я выходил в поле один воин вот против этих